Добрый вечер, Валерия. Хочу видео записать со словами благодарности вам за ваши труды, за все, что вы делаете для людей. Начну с того, что вы, ваши советы помогли мне похудеть 2 года назад. За месяц на 10 килограмм. Я стала вегетарианкой, стала есть, не есть после 6, питаться маленькими порциями и полностью отказалась от пищевого мусора. Это такая свобода. Это столько просто возможностей в познании себя, своего тела, развития силы воли, самообладания и дисциплины, конечно же. Я попытаюсь вставить фото до и после, если у меня, конечно, получится. Мой пик веса был 69 килограмм, вот я похудела, сейчас я вешу 52 килограмма. Я похудела, сначала похудела на 10 килограмм, потом еще вот и вот за 2 года вот все вместе, вот у меня вот до 52 опустилось, чему я просто безумно рада. Но больше всего вот своей фигурой я рада талии. Реально, я не думала, что у меня получится обрести тонкую талию. У меня она была 74 сантиметра, а сейчас 56. Я раньше живот, то есть вот на фотографиях хоть втягивай, хоть не втягивай, он не втягивался просто. Эти 5 складок на пузе, они никуда не втягивались, некуда просто было там втягиваться. Там жир, а там еда. Все, куда? Вот. Теперь очень приятно себя чувствовать стройной, красивой, подтянутой, с мышцами виднеющимися. Это прекрасно. Просто, блин, вот спасибо вам большое за это, за ваши советы. Вторая тема – это работа над своим естеством, над внутренним миром, который у меня получается с каждым разом все больше и больше. Конечно, работы еще много, множество слабостей остались, которые нужно мне проработать и искоренить их, в принципе. Но я уже вижу положительные результаты, изменения. Я стала любить себя, уважать себя, не позволяю больше на себе есть, и теперь стала быть удобной для людей. То есть теперь, наоборот, если они хотят со мной общаться, очень, пускай они будут удобные для меня, правильно? Вот я кого попала в свой круг общения, не пускаю, ну, интересных ли у людей. Вот, чтобы были общие темы, чтобы я видела, что если человек развивается, да, даже если он только начал, но я вижу, что он к этому стремится, я буду с ним общаться, помогать ему как-то. Вот. А что еще? Ой, отдельная благодарность это за ваши техники. Вот. Две техники энергетической гигиены, но которые я каждый день делаю, но самая мощная, блин, это техника огненного шара. Я как вспоминаю просто, как я ее начала делать, у меня просто такая вот улыбка на лице. В общем, я ее вот начала делать, и первые ночи 2-3 я просыпалась просто от дикого страха, потому что я чувствовала запах горелого. Я включала свет везде, бегала по всей квартире, нюхала все розетки, все лампочки, все провода. Но это не они дымились, а запах я при этом чувствовала. Ну, ничего там не горело, но запах горелого был. Я потом пересмотрела ваше видео, и вы рассказали там, говорили о том, что можно чувствовать запах горелого, когда паразиты горят, да, вот, и даже видеть дым. Я поняла, что это оно. И я, ну, как будто у меня техники раньше всегда разные работали, да, чтобы настолько я это прочувствовала, такого еще не было. Я в таком шоке. И я вот тогда уже на 100%, блин, да, на 150 и 200% убедилась, что все, что вы даете, это реально работает. Это работает, это я вижу по себе, по своим улучшениям, и вижу, конечно же, по вам. То есть, когда человек о чем-то говорит, о том, чему-то учит, это в первую очередь должно быть в нем, в его жизни, в его качестве жизни, в его подаче себя. Вот. Это у вас все есть, и это приятно, что вы говорите всю правду без прикрас, учите, вот правда вы даете нужные техники, работающие людям.
а не какую-то там волшебную палочку, что такой раз, там вы там взмахнули там по велению, и все, и у человека все прекрасно. Нет, вы даете вот ему вот пособие, работу, чтобы инструмент для работы. Вот. И да, работы еще много и много, но результаты улучшились. Я просто безумно вам благодарна. Спасибо вам большое. И, кстати, вот очень приятно видеть у вас в подписчиках, с каждым днем все больше и больше осознанных людей, которые хотят развиваться и стали на путь сознания, самопознания и развития. Спасибо, что вы есть и учите нас, мотивируете и не спускаете нас, просто вот держите нас вот так вот, учите нас всему. Это, я считаю, вот идеальный показатель, точнее, лучший показатель идеального учителя. Спасибо вам большое.